мог в жизни так помочь. Арестовывай, мне ты меня не напугаешь. Да, кто, сидел, да кто пугает? Да сажай. Ты просто, вот мне интересно, брат Игорь тебя зовут, да? Да нет, не Игорь. Саня или как? Брат. И не Саня, и не брат вы мне. Вы мне в родственных связях с вами, я не состою. Да я с вами столько перепил. Да с кем? Со мной? Нет, я не пьющий. Зачем ты так делаешь? Че? Ты че я тебе поганого сделал? Лично мне ничего, абсолютно. Я криминальный авторитет. Ты не представляешь, сколько я добра людям сделал. И я и сделаю. Ты зря. Ты лучше бы ты со мной бы познакомился, отпустил. Да вот, зачем мне это надо? Да не брат ты мне. Слышь. Арестовывай меня, понял? Ну, когда ты мне попадешь, я тебя раскатаю, ты мне толчок будешь лизать, понял ты? Пошел. О, он его ударил. Надежда Ивановна, ничего с ним не будет. У него просто уже разбито. Там уже было разбито. Мы не ему делаем. А, там сюда как на ГАИ. Смотришь, они сразу приезжают. Они... Он ему плюнул. Он вон этому. Нос ему сломал. Он ему плюнул, они дрались. Это, драться по лесу. А он вижу весь край сидит. На, он уже был, они когда дрались-то до этого. А участковый глаз красный, чего-то. Он ему плюнул, он ему вдарил еще. Иди к бабушке. Вам советки не нужны? Есть да, он первый, блин, на него полез. Он его первый, Сереж, да. Да все видели. Да там глаз-то нормальный, это, наверное, что-то да было. Не трогайте вы его! Ты сам же к нему лез.